Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, и сегодня у нас достаточно жесткий роллинг будет. Он, скорее всего, будет неудачным, но, тем не менее, он жесткий. Так что оставайтесь, смотрим. У нас 58 тысяч самоцветов, я нахожусь не один. Со мной Даша. Вот, Даша, здравствуй. Понятно все. С нами сегодня смех Даши. Нахожусь на аккаунте игрока под ником... Парададен. Вот так вот. Парададен, 322 тысячи силы. Гильдия Ванкувер. Ватсапчик, боссов 21.00. Пишем ватсапчик по поводу вступления. У ёлки-палки, чё ж мне так зевать-то захотелось, когда такой жесткий роллинг. Ребятки, вступаем в Ванкувер. Обращаться по поводу заявочек сюда. Короче, стоено жестко. Вокруг меня летает оса еще, тем более. Окна все открыты, двери открыты для сквозняка на распашку. Дочь кричит, все замечательно, мы на стриме записываем. Вообще, идеальные условия для роллинга. Как я понимаю, на этом аккаунте все есть. Меня хозяин попросил выбить Рибита и Асуру. То есть мы будем тратить 58 тысяч самоцветов на попытки выбить Рибита и Асуру. Надеюсь, нам, ребятки, повезет. Это, конечно, жестко будет. Шанс выбить все это дело почти нулевой. Но мы попробуем. Мы попробуем. Может, какие-то и повторки, конечно, нужны. Но не знаю, целимся именно на Асуру и Рибита. Сейчас поставьте на паузу и поставьте лайк, потому что, ну, роллинг непонятно какой будет. Так что лучше заранее лайк поставьте. Полетели. Фараон сразу так вот со старта. И Асуру, кстати, я еще ни разу не выбивал. Я неудачник, наверное. Ну, хотя я как бы и не особо ролил много. Да, ты неудачник. А, спасибо. Я люблю тебя за то, что ты мотивируешь людей, понимаешь? Рукожоп еще. Паладин, палач. Еще как-то меня промотивируй. Тормоз. Тут у нас появляется голос из глубины в виде Женьки. Франки 1.0. Даша, у тебя Женя хлеб забирает. Он теперь меня начинает мотивировать. Друид-фея. Фараон. А нормальных героев убивать умеешь? Да, он вообще не умеет. Он одни магазинки. Я ладно, сказала Дракула. Нормальных. Драк с паладин. Нормальных, я сказала. Ну, это жесть какая-то. Да, как-то очень странно. Герои падают, но падает все такое, типа... Двухлетней давности, да, знаете. Да, да, да. Так, типа, тем, кому за 60. Саш, ты игру вообще обновил? О, да он два раза подряд выбил трех кристаллических эктоплазмов. Жестко. У меня есть гифка, где Саша два раза подряд выбивает три зелени. Ну что ты мне ее не кинула? Опа-па-па-па-па-па! Идеально просто. А нормальных героев вот так вот поставь. Это надо на заставку сделать, типа. Да. Сейчас, подождите. Сейчас замучу на заставку. Давай такое офигевшее лицо. Давайте, да-да-да, сейчас замутим. Почему мне так стыдно? Потому что... Не ты же выбила. Подожди, сейчас надо какое лицо сделать. Давай. Сейчас, подожди, сейчас замутим, типа. Такое удивление, типа, знаешь, о, друид. Типа, ни хера себе. Вот это поворот. Типа, друида выбили. Типа, сейчас. Типа, ваше лицо, когда вы выбиваете друида. Бля, я не могу. Давай, соберись. Хорошо. Подожди, сейчас. Все равно улыбаешься как-то. Ну, бля, а ты что, плакал бы, когда ты друида выбил бы? А не, ну ты вроде сделал удивленное лицо, но видно, что ты ржешь. В этом удивлении. Я от радости ржу. От радости? Ну да, от радости. Я всегда ржу, я от горя, и от радости ржу. Ну, дурачок просто, все время ржу. Я когда дрот... Скрин, ребята, топовый. Просто... Я даже когда дрон у меня упал, я как бы ржал. Ну, у него, наверное, примерно такое же лицо было. Давайте продолжаем. Ну, мне там мелко на заднем плане поет. За Асуру и Рибита. Нормального. Да где герои? Ну какие-то, знаешь, современные редкие герои. Да, хотя бы что дай это... повторку, но последних каких-то там 10 хотя бы. Что это за капздец? Ну. Саш,
Знаешь, что самое смешное? Тебе человек сказал, что даже ниндзик хорошо, а ты ни одного ниндзика не выбил. Пипец просто. Жесть. Это жестко, ребята. Давай паузу сделаем, пойдем ништяки откроем. А там они есть? Пойдем. Да. Там карта третья, с которой вроде Рибит может упасть. А зачем? С нее Рибит? Ну, недостающий же. Кстати, я открывала эти карточки, и мне падало туда, ну, на других аккаунтах. Рибит очень часто падает и заклинает. Картофан с Твича, спасибо. Вот прям классно на видос попал. Так, идем дальше. Потом зачитаю. А, нет, давай вот это вот. Напридумывали этих карточек? Да. Ну, красиво это все вылетает, конечно. Так, здесь кто? Топовые герои. Топовые герои. Ух. Ух! Для аккаунта 2000 силы очень нужны эти герои. Ну, здесь Анубиса, Стрелка, ну, хотя бы низ, из второй строчки кого-то хотя бы. А из зачем второй, из третьей. Да, ну, типа повторки там, потом для 11-х скиллов и так далее, знаешь. Давай! Ну, 2-1. 2-1, более-менее. Давай. Рибит! Я же говорила про заклинательницу. Это печально. Самая крутая карта, и падает медуза. Фараон Медуза. Реально, это что такое Ракос, вообще? Да, сегодня как-то рандом настроен, чтобы давать очень старых героев, которые давно-давно выходили. Саш, ну выбей что-нибудь. Ну давай уже, рандом. Что с тобой? Фея. Да, вот это фея. Просто всякие... сердцеед... О, как... сердцеедка. Это сейчас 2018 год, а не 2016. Битва замков. Рандом, чё с тобой, джи-джи? Что за херня? Как так-то, а? 60 тысяч самов. Вообще ни одного, не говорю уже про Асуру и Рибита. Всё, ни одного нового редкого героя. Ну, может, сейчас огнекрыло выбьем. Угу. Сбой программы IGG будет, и мы выбьем огнекрыло, да? Матрица навернется. Угу. Королева Гарпии. Выпадет огнекрыло. Капитан Дрейк. Ну, вот так, да, все и падает. Вот просто... Все вот в одинаковом вот этом промежутке каком-то старом очень. Просто... Оф! Ну да, мы выбили Рина. Еще тут оса летает. В прошлом роллинге тоже и Дракула был, и Рина как-то... Ну, Рина это единственный герой, который за сегодня выпал, ну, типа, из более-менее новых редких. Да, хотя бы который хоть как-то используется. 60 тысяч... Оп! О, да ладно! Бля, вот эта тема, вот эта тема, ребятки. Фу! Главное, чтобы меня сейчас оса не укусила. Ну реально летает, я не знаю, вам, наверное, не видно. Вот это поворот. Вот, ну-ка, кто там еще лайк не поставил? Я пока осу прибью. Вы пока лайки ставьте. Осу? Как говорится, наныли мы. Да. Укусит, боюсь. Жестко. Это просто, прикиньте, это дикая удача. Так это я тебя мотивировала. Вообще-то не только ты, вместе мотивировали. Да, называя меня тормозом, неудачником. Медуза. Да. Знаю, как вы меня мотивировали. А ниндзя хоть один падал? Нет. О, еще один видно. А человек говорил, что ниндзя это хорошо, понимаешь? Так, сейчас тогда дороливаем, открываем Асуру. А у Стрелок. Него Стрелок! Ути-пути. Фея. Саша, за последние самоцветы, причем, да. Знаешь, так. А у хозяина аккаунта есть места в этом... Надеюсь. Рыцарь Тьмы Медузы, я думал, повелитель, а не рыцарь Тьмы Упа. Фух, это жестко. Нет. Нету мест. Ну, он сам уже там разберется. Ну, наверное, наверное, сам разберется. Не хочу я сейчас сливать и делать... Больше, чем... Да, непонятно сейчас, и, кого сливать. Да, и не хочу слишком длинным это видео делать. Ребятушки, выбили Асуру.
грубо говоря, почти в последний момент. Это, блин, первая моя асура, так что... Так что лепим лайки и подписываемся. Я в шоке. Ладно, всем пожелаю огромнейшей удачи. Не зря потратили 60 тысяч самов. И не какой-то там Рибит выпал. Ну, Асура-то поинтереснее Рибита по-любому. Вот. Как-то так вот. Пока, друзья. Всем пока.